студии Елена Клименко. Здравствуйте. Погода радует теплом жителей Старого Оскола и Губкина. По данным гидрометцентра, в четверг, 23 мая, переменная облачность и без осадков. Ранним утром столбики термометра покажут плюс 17 градусов. В полудню температура поднимется до 23. Вечером слегка похолодает до плюс 18. Ночью 13 градусов выше нуля. Ветер северо-восточный со скоростью 5 метров в секунду. Полнолуние. Магнитное поле спокойное. Атмосферное давление немного выше нормы. 754-756 миллиметров ртутного столба.